Приветствую вас. Условно ваш вопрос можно разделить на две части. Как мужчина отреагирует на то, что вы никогда не были ни с кем в интимной связи, и то, как ему сказать об этом. Давайте подумаем. Не начинала над первым вопросом. Первый вопрос выглядит несколько странно, потому что мы не знаем этого человека, которого вы выбрали себе в партнеры, может быть, в мужья, будущее и так далее. Мы не знаем. И как он отреагирует, мы тоже знать не можем. Я полагаю, что гадать – это не то правильное, что возможно в нашей профессии. Вот. Значит, далее. Я полагаю, что вам можно задать ему вопрос. По поводу того, как он вообще относится к девственности. То есть, как он ее позиционирует, как он ее воспринимает, как он ее видит, как он к ней относится, к девственности, к самому факту девственности и так далее. То есть вот об этом нужно подумать. Вам. Далее. По его реакции, по его точке зрения. Значит, по его позиции на этот счет. Вы сможете понять, как и что он делает, как и как он будет относиться к тому, что вы девственница, по его позиции. То есть косвенный вопрос и разговоры на эту тему. И после этого. Вы ему, значит, там, при поцелуях, при обниманиях, при проявлении нежности, можете ему сказать о том, что у вас никогда не было мужчины, потому что вы только ему захотели отдаться полностью. И физически, и духовно. И все. Я полагаю, что здесь не нужно мудрить, здесь не нужно придумывать какие-то слова и так далее. Здесь не нужно творчеству. Здесь нужно быть простой, искренней и открытой, но при этом подавать это с достоинством, с чувством, с уважением к себе. Говорить именно о том, что это мужчина такой хороший, что это мужчина такой
уникальный для вас и идеальный, то вы захотели с ним вступить в отношения. Я полагаю, что только так. Значит, еще раз, по реакции, это косвенные вопросы, обсуждение этой темы, а по словам, это открытое и честное признание в том, что только с ним вы захотели почувствовать себя женщиной именно вот в интимном плане. И как вам уже, наверное, сказали мои коллеги, что если мужчина адекватный, достойный, уважающий себя, ну, в общем, оправдывающий ваш выбор, то я полагаю, что он отнесется к этому со всей ответственностью и со всем чувством, и еще больше будет вас ценить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам!